примерно где-то в 5:30 утра был открыт огонь с запрещенным калибром орудия со стороны Украины. Сначала били по позиции, в частности попадали по нам, потом начали бить по мирному населению. То есть перелетала нас, попадала по домам, вот прямое попадание было в дом. У них есть такая ситуация, как бы так объяснить, прежде чем они обстреливают нас, чтобы покрыть свои преступления, чтобы стрелять запрещенным калибром орудия, они пишут, что мы по ним начинаем открываем огонь, то ли со стрелкового, то ли с минометов, то есть, ну, как бы в таком духе. И начинают нас обстреливать, чтобы якобы они защищали. Но почему-то стреляют не по нам, стреляют в основном по мирному населению. Для меня такой смысл глубокий имеет, потому что завтра как раз 9 мая, для нас это глубокий праздник, как бы деды наши воевали, сейчас мы воюем. То есть для них это уже не праздник, для них, как мне известно, отменили уже этот праздник. Они пытаются нам всеми средствами напортачить, чтобы люди страдали, ну, прямой акт терроризма. Ждем, конечно, что будет жарко, ждем, что будут провокации. Праздник это для нас тоже имеет свой вес, то есть как бы тогда победа была, таким мы дошли, пускай большими потерями. Сейчас уже, сами знаете, с 2014 года, сколько война идет, сколько пацанов погибло. То есть как бы для нас этот праздник немаленькое значение имеет. Готовиться, может, там отмечать, ясное дело, не будем, там, по-любому без спиртного, потому что все-таки ситуация накаленная, ждем провокаций. Ну а сам по себе праздник для нас большой вес имеет. Мне кажется, что они хотят нас морально разрушить в преддверии праздника. Вот мы ждем как раз после полуночи, что будет там новенького, что они нам, какой сюрприз придадут. Как бы все равно мы отсюда не уйдем, как бы там ни было, это наши позиции, то есть, ну, мы не можем узнать. У нас нет выхода, как бы они ни старались, как бы они нас морально не давили. Все равно, да, есть такое, знаете, переживание, нервоз после обстрелов этих всяких, когда крупный калибр летит. Попадала по школе уже не раз тоже, мы были в это время там как раз. Ну, как бы пацаны все настроены хорошо, нормально. Будем держаться, будем отбивать. Как бы они прекрасно понимают, что и они нас боятся, и мы их боимся. Информации точно никто не владеет. Так что все будет хорошо, и праздник тоже, думаю, что...